Есть в городе Тарту на холме Томимяки памятник. Высокий стройный юноша с сумой через плечо, с посохом в одной руке, с книгой в другой. Это памятник первому эстонскому поэту Кристину Яку Петерсону. Его называют отцом эстонской поэзии. Отцом. Не правда ли странно? Ведь он прожил всего 21 год. Но это действительно так. Стихотворения Кристина Яка Петерсона заложили основу эстонской лирики. А еще он был талантливым лингвистом, литературоведом и переводчиком. Петерсон был первый гений в эстонской культуре и литературе. Петерсон родился всего 2 года после Пушкина. Они почти ровесники. Но он умер в возрасте 21 года. И если бы ему было отпущено лет больше, он бы мог иметь в эстонской литературе и, может быть, в мировой тоже значение, что остальные гении, потому что он по-настоящему был гениальным человеком. Кристин Як Петерсон родился в марте 1801 года в Риге. Отец его родом из Виллендисского уезда, из бедной крестьянской семьи. Служил отец при церкви святого Якоба. А какие деньги у церковного служки? И если бы не протекция местных уважаемых людей, талантливый мальчик из этой почти нищей эстонской семьи никогда не получил бы образования. В Рижской гимназии Кристин Як учился бесплатно и закончил ее блестяще. Он выучил латинский, немецкий, французский, английский, русский, шведский, греческий, древнееврейский языки. В 16 лет юный полиглот написал учебник шведского языка. Свой родной язык, эстонский, он знал превосходно. Первый научный труд о синтаксисе эстонского языка Кристин Як Петерсон написал в 17 лет. Тема хаара нэнде варайасте элуаастате кохта оли юба väga avar. Nimelt ta saigi kõigepealt tuntuks just oma keeleteaduslike artiklite poolest ja kirjutada ikkagi 20-aastaselt keeleteaduslike artikleid saksa keeles muidugi on ka väga haruldane ja et seda tegi üks selline talumehe kuube kandev eestlane. Еще до поступления в Тартусский университет Кристин Як Петерсон опубликовал в первом эстонском научном журнале «Байтреге» несколько статей о синтаксисе и морфологии эстонского языка. Редактировал этот журнал пярнусский пастор и литератор Иоганн Генрих Розенплентер. Петерсон послал ему и свои стихи, переводы античных авторов. Тогдашний авторитет Отто Вильям Мазинг в переписке с Розенплентером о них выразился очень невыгодно, говоря, ну где же тут поэзия, я не вижу ничего, кроме самой плоской прозы. Но мы знаем, что Евгения Онегина Пушкина Языков тоже называл прозой в стихах. Из-за такого простого языка. Но это не цензура была. Просто считали, что эти стихотворения негодны для опубликования. Эти стихи не были опубликованы, но и выбросить их пастор Розенплентер не смог. Что-то, видимо, подсказывало ему. Время этих стихов еще придет. И он сохранил рукописи юного поэта, называвшего себя крестьянским поэтом. Этот самый Маарафас узнал о нем спустя почти 100 лет после его смерти, когда вот эти молодые эстонцы во главе с Густавом Суйцем его заново открыли и опубликовали впервые его стихи. Но зато пастор Розенплентер опубликовал сначала в своем журнале, а потом и отдельно книгу «Финская мифология». Ее перевел со шведского языка на немецкий и дополнил Кристин Як Петерсон. Важность этого труда юного ученого для эстонской культуры переоценить просто невозможно. И на самом деле вот эта
Это мифология Петерсона. Это та самая, которую подхватил потом Фельман. Благодаря книге «Финская мифология» Фридрих Роберт Фельман сумел создать литературный пантеон древних эстонских языческих богов. А в Тартусский университет Кристину Яку Петерсону помогли поступить те же самые люди, что определили его когда-то в Рижскую гимназию. В Тарту Петерсон проучился только 3 семестра. Что можно рассказать об этом периоде его жизни? Наверное, стоит отметить, что он мечтал стать миссионером и уехать в какую-нибудь далекую и дикую страну. И поэтому поступил учиться на теологический факультет. И в течение 3 семестров слушал лекции только одного профессора – профессора Гетцеля. Он был тоже очень таким своеобразным и, по-видимому, очень талантливым человеком, знающим много древних библейских языков. Вот и Петерсон слушал у него лекции по этим библейским языкам. Еще до прихода Петерсона в университет его любимому профессору Гетцелю запретили читать лекции о Библии. Считали, что он не так, как положено, рассказывает студентам о еретиках. А спустя 1,5 года профессору и вообще предложили уйти из университета. И какова же была реакция Кристиана Яка Петерсона? Когда Гетцеля уволили, он нашел, что ему больше делать в университете нечего, и тоже ушел. А вот еще интересный факт. Однажды Петерсона посадили в студенческий карцер. Карцер находился в главном здании университета, под крышей. Университетская полиция обычно отправляла туда дебоширов и любителей выпить, а также тех, кто бродил по городу зимой после 9 часов вечера, а летом после 10. Кристиан Як Петерсон не был ни пьяницей, ни дебоширом. Городской патруль задержал его на улице поздно вечером. И нарушителя строгих правил посадили в карцер на 3 дня. Кстати, в свидетельстве, выданном Петерсону тогдашним легендарным ректором университета Густавом Эверсом, подчеркнуто, при задержании студент Петерсон поводов для неудовольствия патрульным не давал. И тот же ректор Эверс по просьбе рижского покровителя Петерсона, лифлянского архиепископа Зонтага, пытался помочь бедному студенту получить стипендию, но не смог. Пишет ему, что вряд ли в этом году можно назначить Петерсона в стипендии, потому что очень много у нас неимущих студентов, и очередь очень большая. Но он был освобожден от платы за лекции. Жил Петерсон в доме университетского библиотекаря Эмиля Андерса и потому мог достать любые книги. Он очень много читал, думал, творил. А вот поесть вовремя не успевал. Да и денег на еду довольно часто не было. И на дорогой, красивый студенческий мундир денег тоже не было. Но все это, признаться, его не очень огорчало. Он ведь готовил себя к полной лишении жизни миссионера в далекой и дикой стране. В его дневнике есть любопытные записи. Записи на эстонском языке, где он, между прочим, говорит, что я занимался науками, мне некогда было заниматься там танцами или какими-то модами. Но это, с одной стороны, тоже такая позиция, с другой стороны, и поза, потому что он был действительно очень бедным, и ему просто не во что было одеваться. Та käitus sihilikult lihtsalt, riietus lihtsalt. Ta nagu ei sobinud sellesse saksikusse atmosfääri, mis Tartu ülikoolis tollal valitses. Ja võib-olla selline oma raamidesse, oma aega ja ka sellesse seltskonda mitte mahtumine viis selleni, et ta varakult hääbus. Кристиан Як Петерсон был первым эстонским поэтом, который начал писать стихи на эстонском языке. Он сумел доказать, что на мужицком, всеми презираемом, якобы неспособном к развитию и обреченном на вымирание эстонском языке можно создавать стихи, исполненные глубоких мыслей, изящные и совершенные по форме.
его известном оде к Луне, он, значит, подчеркивает важность эстонского языка. Он даже требует эстонскому языку вечность, то есть право вечности, существовать вечно. Это ведь было в то время такое заявление, о котором никто даже не сумел мечтать. Kas siis selle maa keel laulu tules ei või taevani tõustes üles igaviku omale otsida? Основную часть поэтического наследия Кристиана Яка Петерсона составляют героико-философские оды и пасторали. В них заметно влияние античной литературы, а синтез опыта немецких романтиков и эстонских народных песен позволил Петерсону создать самые разнообразные по своему характеру стихотворения – от гимнов до лирических зарисовок. Сегодня известно 21 стихотворение на эстонском языке и 3 на немецком. Его рукописи эстонские собрал тот самый Розенплентер. И вот поэтому мы о нем знаем. Он мог бы исчезнуть, как, наверное, в истории многое исчезало. Коллекцию рукописей пярлского пастора Розенплентера, в которой были и рукописи Петерсона, приобрело эстонское ученое общество. Там их и обнаружил в 1901 году известный историк Вильям Рейман. А поэт и писатель Густав Суйц эти стихи опубликовал. Луулетаяна та оли 100 aastat täiesti tundmatu. Ja ometi nüüd selle viimase 100 aasta jooksul on ta kujunenud just selleks, kes ta on, inimeseks, isiksuseks ja legendiks, keda iga eestlane teab, kelle luuleridu iga eestlane teab peast. Домой в Ригу Кристиан Як ходил пешком. Это известный факт. Вот так однажды он ушел из Тарту навсегда. 2 года он жил в Риге, жил очень бедно. Частный ученый, так его называли. Он давал уроки иностранных языков, редактировал французско-русский словарь, занимался переводами. Но сил уже не было. Тех, кто долго жил в нужде, недоедал и много работал, подстерегала тяжелая и неизлечимая в то время болезнь – чахотка. Незадолго до смерти он написал: «Должен уйти из жизни бедный певец крестьянский, но на устах народа будут жить его песни». Умер первый эстонский поэт и ученый в августе 1822 года. Похоронили его на кладбище у церкви святого Якоба. Где его могила, этого не знает сегодня никто. И кажется, он просто ушел от нас в далекую, неизвестную страну.